Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я хочу вам предоставить очень хороший вариант. Срочная продажа 2 плюс 1 под ключ в районе Тосмур у реки Дим и у моря. До моря здесь максимум 121 метр, 122. Вид на горы. Снимаю с квартиры. Есть бассейн большой, зеленая территория, зона барбекю, вот она, беседка, и в той стороне беседка. Тут парк, тоже покажу вам. Прогулочная зона где-то 900 метров, а также та сторона района Кестель, там тоже парк, прогулочная зона тоже где-то километр. Там зона барбекю, каждые 20 метров. Ну, что сказать, подземный переход, песчаный пляж, вода чистая здесь, плавный вход в море. Ну, кто знает пляж Тосмора, тот понимает, что я говорю. Так, сразу вам покажу, не буду томить. Эта квартира раньше стоила подороже, сейчас цена упала. Сразу говорю цены тогда, не буду томить. 107 тысяч евро, срочная продажа. Раньше стоило 138, потом на 132 упало. Сейчас резко мы спустили. Так, 90 квадратных метров, вся полезная площадь, дорогие зрители. Можно установить ламинат 10 миллиметров. Здесь стороны, значит, эта сторона восточная, видите, это солнышко светит. Эта сторона север, и спальня смотрит в сторону запада. Тут балкончик застекленный. Тоже неплохой вид на пальмы, на территорию, на здание. Нужен маленький ремонт, но можете все поменять, сломать вот это полностью, увеличить гостиную, соединить с балконом. Бытовая техника фирмы Бека, холодильник, посудомойка, они новые. Так, проект был сдан в 2005 году. Эта локация считается самым лучшим локацией. Золотая середина Алании, потому что отсюда ближе к сторону Махмутлара, в сторону Каркаджак, отсюда ближе до центра города. Отсюда где-то 3 минуты, 5 минут езды на машине. Рядом есть маркеты, как Бим, где-то 100 метров отсюда. Маленькие маркеты, фруктово-овощные магазины, рестораны. Ну, одна из хороших улиц района Тосмур. Здесь можно душевую кабинку увеличить, если желать, или джакузи поставить. Есть бойлер, а также на террасе, на крыше есть солнечные батареи, которые выгревают воду. Летом можно пользоваться ими, зимой вот бойлером. Спальня здесь 12,5 квадратных метров. Здесь прихожая. Высота потолка 265 сантиметров. Есть гостиная где-то 13,5-14 квадратных метров, не маленькая, может быть 15, не помню. Я тут измерял лазерным измерителем. Те квадратные метры, которые я говорю на моих роликах, они точные. Там может быть 2-3 квадратных метра, говорю меньше. Но я максимально говорю, а там... То есть минимально говорю, что есть, а там может быть и выйдет больше квадратных метров. Здесь нетто 90 квадратных метров вместе с балконами. Этот балкон можно застеклить, так как смотрим старое, на здание, черные вот стекла, чтобы соседи не видели, и сделать это из балкона кладовку. Что скажу,
Как бы мы в спальне много не остаемся, спим, утром встаем и идем завтракать. Из-за этого один день будет как-то не то, но когда застеклите, вы не будете видеть ту сторону. Еще штору поставить. Многие вот эту проблему создают, за синее здание смотрят рядом. Ну, за такую цену, около моря, около реки, на данный момент квартиры очень редко находятся, очень. Потому что не каждый продает в этом проекте квартиру. Здесь в основном европейцы проживают, но также русскоговорящие бывшего СНГ. Все показал. Этаж от земли второй. Спускаюсь вниз, показываю речку. На этаже у нас 4 квартиры. Вот такой лифт, который установлен где-то 3 года назад. Айдат здесь 500 лир. Есть пандус. Снаружи открытая парковка. Здесь тупиковая дорога, тихо, спокойно, машины не проезжают. Здесь санузел. Так, душевая кабинка тоже есть там. Вот зона барбекю. Беседка. О, скамеечки, еще одна беседка. Генератора проекта нету. Тут редко отключают свет. Вот фасад здания, пятиэтажка, семиэтажка. Шестиэтажка. И на террасе, открытая терраса, также можно там поставить стол, смотреть на море, на горы, на речку. Итак, здесь у нас открытая парковка снаружи. Также в этой стороне есть парковка. Вот, дорогие зрители, это прогулочная зона. Там есть ресторанчик у речки прямо. Можно заказать даже еду, чай, кофе. Постараюсь показать сейчас. Вот такое прекрасное место. Дикие утки, гуси пролетают, фламинго даже пролетает. Вот оттуда направо и подземный переход. За этим проектом переход. С двух сторон есть дорога. Один оттуда, один отсюда. Вот я отсюда море вижу. Вы тоже, наверное, волны увидите. Вот волны там. Видите? Видите. Вот это пляж. Так. Дикие утки. Сейчас я пройдусь к ресторанчику, который находится где-то 200 метров впереди. В той стороне речки. Маркеты, супермаркеты, рестораны. В той стороне ресторанчик. Так, вот здесь ресторанчик. Сделали новые кабинки. Вот такое красивое местечко. Самое, думаю, что красивое в Алании. Вид на горы. Это бочки кто-то туда поставил. Все, дорогие зрители, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Расходы на топу выйдет где-то 8 тысяч долларов, если указать 200 тысяч долларов. Заранее скажу. И каждый год на квартиру где-то налог вы будете платить, годовой налог на следующий год. Где-то 18-28 тысяч лир. Между ними будет меняться ваш годовой налог. Все. Всем пока-пока.